Обыкновенные личинки майского жука, которые многие в огороде выкапывают у себя на даче из компостных куч. Посмотрим, едят ли их красноухие черепахи. Давайте, давайте, давайте. Налетайте. Деликатес. Ну? Так. Одна схватила, вторая. Проба. Попытка номер два. Странно, вторая не очень. Но она и вообще капризная. Будем ждать первую. Так, 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 давай, 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 давай. Все, распробовала. Чистый белок. Дура ты. Видишь? Ну все. Все достанется одной. Что-то там, видать, не нравится. Но в итоге подчистую съела. Молодец. Тяпа. Молодец. Или кто это? Так это... Это же Женькина. Пахомовская. Мы это взяли по фамилии человека, у которого она прожила 10 лет. А это наша. Живет года 3 у нас. Собственно, Пахомовская, вот эта, которая съела, она 10 лет назад жила у нас. Мы ее подарили Женьке Пахомову. А спустя 10 лет она им так надоела, что они нам ее вернули. Теперь она живет опять у нас. Молодец.